Здравствуйте, уважаемые телезрители. Насыщенная программа «Года России в Монако» подошла к концу. Как сообщает ТАСС, торжественная церемония закрытия культурного марафона пройдет сегодня в опере Монте-Карло при участии министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Кульминацией вечера станет сольный концерт пианиста Дениса Мацуева. Совместно с филармоническим оркестром Монте-Карло народный артист России представит программу, посвященную 175-летию Петра Чайковского. В течение года в культурном календаре Монако состоялись многие знаковые события. Это выставка Гримальди и Романовы в Княжеском дворце, которая прослеживала развитие отношений Москвы и Монако на протяжении двух столетий. Российские научные экспозиции в Океанографическом музее и Музее доисторической антропологии. Не меньше внимания было приковано к экспозиции от Малевича до Шагала, на которой было представлено уникальное собрание картин русского авангарда XX века.